самая обычная деревня, только люди, вот раньше считалось так, что вот по всей округе, вот тут эти деревья, что в Зазере самые хорошие люди. Красивая. Вон и груши на вас падают. Ходите. Я не буду грязные, может, они ж теперь... Вот собака такую обойдите, не бойтесь. Вот до сюда он достает. Тут у нас свиньи. И сколько у вас свиней? Тут двое, там двое. Какие толстые. Я не знаю, толстые, они еще молодые. Эти такие свиньи. Я на им еще году нема. Нет. А это вот тут. И тут его. Ой, бабки утекают. Надо, как свое хозяйство, это ж подспорье, это свое и молочко, это свое и сало, это свои яички, ну, надо держать. Малыш, хороший малыш. Смотри сюда, малыш. Малышок мой. Все на им пашем, сеем, сено возим, согрбаем ботву, грабли у нас есть конные. Все на им делаем, все работаем. Все и людям даем. Больше нема, а что делать? И людям даем посеяться, что... Девочки, вода теплая? Да. Весело, интересно. А интернет есть? Здесь нет. Жалко, конечно. Как же ты без него? Ну, нормально. На велосипеде катаюсь. Собаку свою зови. Ника, ко мне! Ника! Ко мне, Ника! Ника! Что будет дальше с Зазерьем? Вытянут его все-таки дачники? Ну, конечно, вытянут. Будут сюда люди приезжать? Будут. Какая паутина из проводов, обалдеть. Приехали смотреть вашу каплицу, а пошел дождь. Как вы считаете, хороший знак или плохой? Очень хороший знак. Я каплицу строю, чтобы вот как-то возродилась деревня эта. Чтобы не пустовала земля, чтобы люди немножко проезжали и ухаживали. Вспомнили, что такое есть деревня.
Ягоды, земляника, черника, малина, все грибы, ягоды, все. Воздух чист. Кругом болото. А болото мне на данный момент вот дало подняться. Еще по молодости с Дмитриевной, своей женой, мы ходили в ягоды, зарабатывали на клюкве. Мы за один месяц заработали на те старые деньги, на наши союзовские, 7 тысяч за 16 дней. Ого! Это целая машина. Купили мы себе первую «Жигули». И будет здесь жить? Да, будем жить. Барон. Барон? Да. Он у нас как барон. Нина Федоровна, почему барон такой злой? Ну, такая собачка. На привязи всегда. Потому что ночью такой отпустим и привязываем. Злой. А что, злые люди тут ходят? Надо от них защищаться? Ну, не злые, а знаешь, по двору-то ходят. Это металлолом собирают пацаны. И он не знает, такой и вообще собачка такая. А вот. Что в вашей деревне самое хорошее? Вот за что вы ее любите? За природу. Природа очень красивая. Лес, болото, ягоды тут, грибы. И воздух чистый. Ну и люди были. Сейчас нет уже людей. Ну дачники. Ну дачники хорошие. Вообще белорусские люди хорошие. Чего, пошли. Мой зайчик маленький. Мой хороший мальчик. Да? Ты хороший? Да, учу. А, там товары. Все он знает. Хлеб, само собой, он знает. Товары он знает. $15,400. Гроши государство дает пенсию, что старым надо. Как Бог здоровье послал, так ну, что заробили от Бога, то и получим же, конечно. Ну, согласитесь со мной, так? Так. Дай Бог, кого пенсию вовремя платят, дети служат у Беларуси, это очень хорошо. Это очень хорошо. Алла Денисовна, а хотели бы вы работать в супермаркете таком городском? Нет, нет, я рождена для деревни. А работать надо, работаем. Я работаю, я живу. Я считаю, я работаю, я живу. Меня так научила моя мама. Моя мама прожила до 93 года, работала все время, до последнего работала. Значит, она меня оставила мне свой след работать дальше. Побольше здоровья, взаимопонимание, чтобы один одного за старушки тут расшибется, чтобы понимали друг друга. А гроши их никогда не хватает. Так сколько ее, слава Богу, как Бог давал только здоровье всем. А гроши – это все ерунда. Это. Гроши были, они проходящие и уходящие. А мы остаемся, и все.